Эксперты назвали самую высокооплачиваемую профессию для молодых людей. Рейтинг возглавили разработчик приложений, оценщик автомобилей, чайный мастер и монтажник систем вентиляции и кондиционирования. На этих позициях можно получать более 100 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении сервиса работа.ру. Причем на некоторые из них трудоустроиться можно даже без опыта работы. Правда, работать придется не в Москве, а, предположим, в Магнитогорске. Свой рейтинг востребованных профессий составили и ишкаролинцы. Опрос с улиц города продолжит наш выпуск. Я думаю, учителя больше всего востребованы, потому что в школах очень мало осталось учителей, именно по специальности, даже узкопрофильных. Вот поэтому я считаю, что учителя. Профессии актуальные. ИТ. Все направление. Программисты, информационная безопасность. Водитель, который более оплачивается. А так актуальные какие? Продавец. Сборщики радиоаппаратуры. Творческие, скорее всего, это музыканты, это актеры, режиссеры, чтобы хоть как-то популяризировать именно регион.